всем огромнейший привет. Вместе заглянем к Фикспрайс, поищем-ка новиночки. И в Москве тоже посуда из стекла на главном стенде. 149,59 суповая и маленькие салатнички 24. Город Бор, стекло, контейнер с зацепами называется. 9 литров 199 с ручкой, крышкой. Рамка со стеклом, потому что часто такие рамки с пластиковым вот здесь вкладышем, не стеклом, а здесь именно стекло, картон, бумага, металл, дерево. 99 рублей 21 на 30. Ну еще из интересного здесь салфетки из микрофибры 124 рубля, и здесь их 10 штук написано. А это вот эти. А эти тряпки для уборки 3 штуки 27 на 16. Они какие-то двухсторонние. 55 рублей. Да, двухсторонние. Ну, чувствуется хорошо, будут убирать пыль и поверхности. Среди посуды здесь очень даже много чего есть. Банка с ложкой 249. Смотрите, какая. Во-первых, ложка из бамбука. Во-вторых, банка с ушком. Вот сюда вставляется ложка. 90 мл. Крышка из бамбука и еще с силиконовым кольцом. То есть банка герметична. Да, удобная. Но единственное, что ложка, смотрите, какая плоская. Это даже не чайная ложка, а меньше намного туда войдет, если, например, сахар, соль. Но вот эта деталь удобная. Кроме этих банок с ложкой, это боросиликатное стекло, между прочим, идеально подходит для сыпучих продуктов, стильный функциональный аксессуар и дизайн. Есть еще вот такие термокружки. Ну, по-моему, они стояли на соседней полочке. 430 мл, 249. Ручка тонкая, неудобная, выскальзывает из рук. И вот такие банки. Литр 700. Большущее, тоже борсиликатное стекло. Высокая, компактная и бамбуковая крышка. И здесь тоже, смотрите, силиконовое кольцо герметичное закрывается. В общем, короче говоря, серия с бамбуковыми крышками нас с вами ждет. Но в этот раз заварочный чайник все-таки возьму. Он удачный. Только нужно выбрать такой, чтобы носик был не кривой у него. И крышка качественная. Металлическая вот эта пластина. Ой, вот это отходит. Уже тут какая-то типа ржавчина. Так, ну-ка посмотрим. Здесь носик кривой, видите, немножко в бок. У него клювик смотрит. Тут уже все получше. И мне нравится, что это стекло, оно толстенькое. Смотрите, какой носик толстый. Сам корпус у него, я надеюсь, что прочный. Даже можно его, по-моему, на огонь ставить, нагревать. Ну, в общем, я беру его для заваривания трав. Домик-шалаш. Не кривой ли он? Ручная работа, я думаю, поэтому они все очень индивидуальны. Что надо смотреть в оба. Двухъярусные корзины черные. Вот они с деревянными ручками. 22 на 14 на 25. 249 рублей стоят. Кто-то их ищет. Ну вот они здесь лежат в Фикспрайсе. И самое главное, что они на Яндекс.Маркете, на Валберес стоят очень дорого. Там от 1000 и выше. А здесь 249 в Фикспрайсе лежат и ждут кого-то. Корзины. О! Хорошая корзинка, кстати. Корзина кухонная. 28 на 21,5, 11,5 высоту. Но я бы ее не для кухни. Мне нужно на черный стол, ванную комнату, парочку бы таких, для туалетной бумаги, для полотенец. Как раз думала, какие корзины туда поставить, а вот они, и думать ничего не нужно. На черную полочку металлическую как раз черные две корзинки из металла. Ну, сейчас выйдет вот это вот все больше 1000, потому что 299 аж. Помните, какие были классные наперники с утеплением внутри, такие стеганые ромбиками, а теперь просто наволочка трикотажная. Цвет серый, 100% хлопок. Да, это даже не наперники, а просто наволочки. 149 рублей. Разноцветные есть, это все Иваново. А вот это уже полиэстер, имейте в виду. И посмотрите, как здесь все прошито. Не фонтан. Хлопковые есть и однотонные цветные. Кроме белых, еще голубые, персиковые и розовые. Размер у них 50 на 70, плюс-минус 5 сантиметров.
А вот наперников нет. Жалко. Какая-то тигровая серия, смотрите. Это пластик, но он сделан под дерево. Тут и терка, и венчик. Что еще тут такое полосатое? Полосатая кисточка кулинарная 79. Лопатка 79. Черный цвет. Лофт. Ух, а вот это что такое? Лопатка для рыбы. А, вот рыбу подавать. Прямо целиковая. Кстати, хорошая штука. Но пластиковая. Почему не силикон? Я бы, например, с гриля бы так снимала. Но там можно и металлической. Еще лучше. Ножницы кухонные 62. Но вы писали, что они разваливаются быстро. Опять минажницы вот эти. Посмотрим, удачные или нет. Нет, они не очень удачные. 25,5 сантиметров. Они грубоватые. Вот в светофоре такие продавались. Прям из очень хорошего фарфора. Хорошего качества. А в фикс-прайсе по 199, видите, сплошные раковины, не прокрасы, даже отколоты края за 199. О, какие! Пиала-боул 700 миллилитров, 149 рублей. Вот это да! Огромнейшая обливная керамика, она матовая немного. И вот какая красота. На фото они, конечно, смотрятся поаккуратнее. 750 миллилитров. Но в жизни очень грубые такие. Они толстые, мощные. Вишневые, бежевые. Цвет только единственное, что такой приглушенный, интересный. Но они тяжелые, конечно. Будут царапать стол донышком необработанным. Ну и скромные бульонницы, тоже из такой керамики матовой, но с ушками. 116 рублей с разводами, синие и зеленые разводы, 400 миллилитров. Наборы, притом они запаяны. Загадай желание, что бы это значило. Чашка 250 и блюдце 15 сантиметров. Но поскольку все запаяно, не пойми, не разбери, хорошее ли качество. Тонкая, смотрите, какая ручка. Так вроде неплохо. Я поняла. Загадай желание, это, наверное, загадать на кофейной гуще потом. Можно желание посмотреть, сбудется или нет. Потому что есть еще доброе утро. Бери и делай. Это у кого с утра плохое настроение, вот вам это с добрым утром. Бери и делай. Да, и загадай желание. Три варианта за 174,50. Искусственные цветы прибавляются. Смотрите, еще желтые метелочки такие. Голубые 149 и пальмовые листья, конечно же, притом по 3 в 1 оказывается. Серебряные и золотистые. Разобрали гортензии и вот привезли розовые листочки и белые. Ветка декоративная 149 рублей. Давайте посмотрим, как она выглядит отдельно, когда... Вот, три в одном тоже. Довольно пышная. Одной даже будет достаточно на небольшую вазу. Вот как все это по-весеннему выглядит. Но точно уж не по-осеннему. Нежно, красиво, особенно белые. Корзинки подняла. Вот что значит поднять голову. Подняла голову, увидела корзину плетеную. Думаю, где же они такие продаются в фикс-прайсе? А вот, оказывается, просто нужно поднять голову вверх. Корзина интересная, ручная работа, похоже, с одной петлей. Ага, ну, на фотографии она кажется больше, выше. Состав бумага. И есть светлые, 299 рублей, а есть коричневые. Ну-ка, если придать ей форму, вот так. Но она неустойчивая, видите. Она шаля-валя немножко. Гуляет, гулящая корзина. Вот это да! Вот это да! Вы посмотрите. Конечно, беру декоративный фонарь кашпо. Так, смотрите, какой огромный. Годится для улицы. Ну и на пол поставить. Конечно, не очень хорошо все выполнено. Вот, посмотрите. Но для улицы пойдет под навес. Жалко, не черного цвета. Черный был бы более стильный. Так что я еще подумаю. Но 249 рублей, в принципе, нормальная цена для такой махины.
Вот это номер. И, кстати говоря, конский перегной. Ну, нет ценника. Гранулированный, притом, для садово-огородных растений. 2 килограмма. А, вот он в грановых таких. Бордоцкая смесь 59, 100 граммов. И суперфосфат 2.0, нет ценника. И что еще нашла я? Вот такие табуреты-лестница. Да, табурет-стремянка, точь-в-точь, как был в Чижике. Но ценника здесь нет. Вот искала, нет, еще не успели поставить. И поднос тоже здесь есть. Вот на поднос есть ценник. 299, тоже такой от Фимака. Ножки складные-раскладные. Думала-думала и решила брать. А там разберемся. Свечи конус, да какие острые. Даже опасно, мне кажется. Свеча конус. 25 сантиметров, 249 рублей. Белые вот такие какие-то. Это на самом деле темно-фиолетовый, а смотрится как черный или темно-коричневый. Да, и белый. И еще темно-зеленый цвет. Вот он, как елочка. Но, может быть, к Новому году вот эти будут пользоваться успехом именно зеленого цвета. Потому что символ новогодней ели. Там даже крапинки. В общем, это парафин написано. Состав парафин. Стеарин и парафин. Что еще тут из интересненького? Вот, например, часы настольные, металлические. 249 рублей. Но так выглядят минималистично и очень даже неплохо. Только единственное, что... Да нет, вроде ровно все. Металлическая проволока. 249. О, наконец-то нашла губку ластик меламиновую. Даже в хозяйственных не могла найти. В общем, возьму две. Почему? По 79 рублей. А, внутри две штучки. Мне нужно оттереть малярный скотч. Вот попробую, оттирает она или нет. И смотрите, еще какие перчатки классные. Перчатка для уборки силиконовая. Вот они. С ворсинками. Но нет ценника, видимо, новинка. Вот они тут внизу еще. И фиолетовые такие сети. Пупырышками, короче говоря. В принципе, я думала, что удобно такими, смотрите. Не нужна никакая губка, щетка, прямо перчатками. Все намылить и смыть. Дочисто. Значит, декоративный фонарь 249 так и есть. Кружка по 149. Ого, кружки-то не простые, а золотые. Влажные салфетки 64, раньше были 50. Корзина по 199 и чайник 299. Ну и жвачки еще. 26, что ли. А, итоговая эта сумма, итоговая 1546. Вот так вот. Ну там бонусы, я надеюсь, насчитаются. Такие вот дела. Помните, когда все было по 25, по 36, по 50? На улице сильно испортилась погода, все пасмурное. Сильный был вчера ветер. Буквально ураган, листья летят. Ну, в общем, как обычно, осенняя погода, хотел сказать весенняя. Нет, осенняя, к сожалению. Дело движется к зиме. И вот такие, конечно, уютные всякие штучки. Например, фонари из фикс-прайса. Кстати, его можно использовать и как кашпо под горшок с цветком. В общем, они создают, конечно же, такие вещи, штучки, уют. Домашнее какое-то тепло несут. Не обращайте внимания, что там... За окошком, там благоустройство сейчас идет. Равняю землю, заливаем бетоном площадку въездную у ворот. Ну, в общем, подготовка к зиме полным ходом. Смотрите, какая подушечка из Тикитекс. И вторая с шишками. Вот, кстати, с шишками я на нее наткнулась недавно, еще продается. Так что, если вы хотите, тоже можно такой уют себе устроить на диване. Этикетка к этому фонарю. Вот он фонарь, он же кашпо. Краска не очень здесь такая крепкая. Она как бы отсыпается. И вообще, он, видите, дерево не очень хорошо обработано. Можно сказать, что какая-то необрезная прям доска. Вся с сучками. Абсолютно не отшлифованный материал. Но ничего страшного, потому что это именно такой стиль. Как бы хендмейд, такое все неопрятное, но уютное. Как считаете? И как раз эта свеча, смотрите, видите, как пламя, как будто бы настоящее там колыхается, а это там то ли импульс, то ли что, в общем, какой-то такой механизм. Один светодиодик, все это работает на двух батарейках.
И это настоящий или стеарин, или воск. Стеарин, скорее всего, или парафин. У свечи. И вот видите, как натурально. Переходим к следующим покупкам. Тут, смотрите, как сборная солянка. Корзины из фикс прайс. Затем идет минажница, по-моему, из Чижика или из Светофора. Чайник из фикс прайса. И емкость для воды тоже из фикс прайса. Все это бамбуковые крышки и разные коллекции, купленные в разное время. Минажница деревянная, по-моему, в Чижике. Ну, в Светофоре тоже можно подобные найти. Стоило недорого, натуральное дерево, сделано в России, по-моему, это береза. И она уже пропитана маслом. Так что ничего, этой минажницы не сделается. Можно споласкивать водой. Так что шалаш постепенно наполняется нужными вещами. Надеюсь, что ничего лишнего я сюда не принесу. Ну, в общем, чайник, жаропрочное стекло. Изнутри крышка отделана металлом, как раз то, что нужно, чтобы бамбук не пострадал. И посмотрите, как подошла емкость, но она уже куплена давно, год, наверное, или полтора назад. Для компотов, для морсов, но внутренняя сторона крышки, видите, уже не отделана металлом, может быть плесень, ну посмотрим. А так в одном стиле все сделано, эко-вариант, так что шалаш пополняется нужными вещами. Также подставка под тарелки или под чашки. Помните баночки из Светофора? Переходим правее. Смотрите, какие постеры. «Звезды светят для тебя». Это один постер. Заказывала на Яндекс.Маркете. И приходит в таких крафт-пакетах. Постер «Звезды» называется. И второй. То есть это серия из двух. Смотрите, вот с защитной бумагой. И это непростая бумага вот здесь. Фотопечать. Бумага, она как бархатистая, как шелковая. Видите, она матовая. И такое ощущение, что это нарисовано все вручную. Здесь надпись такая: «До луны и обратно». И оказалось, что вот эти надписи, они в темноте светятся. И звезды тоже, и луна светится. В общем, это такая тема. Видите, один постер, продолжение другого. Как бы, ну, они вместе. Рамочки куплены в Леруа. Тоже у меня есть видео, где я их выбираю. Долго думала, то ли коричневые, то ли черные. Остановилась на белых. И паспорту у них уже здесь встроено. Вот видите, рамочка такая внутренняя с паспорту. С обратной стороны оргалит. Можно повесить так, можно сяк. Все как обычно. В общем, вот такие необычные находочки. И давайте попробуем выключить свет. Я уже смотрела, все светится. Вот, видите, все светится. Звезды, сама надпись и луна. Очень необычно, интересно. Ну и такие мотивирующие все-таки фразы. Меламиновую, наконец, нашла губку ластик. Не в каждом фикс-прайсе они есть. Здесь две штучки. Буду оттирать скотч малярный, попробую на оконных рамах, потому что какая-то проблема возникла с этим. Потом, смотрите, как сюда вписались классно салатнички. Вот этот самый нижний большой я покупала в Фамилии. И потом обнаружила в фикс прайсе. Я думаю, вы тоже такие видели. Вот поменьше. Они с разными были фактурами. По краю каемочка. И средний вариант. Вот уже вертикальными полосочками. И тоже с каемочкой. Это китчен. А это... Ну, осталась наклейка. Кстати, очень сложно отходят эти наклейки из Фамилии. Это просто беда. Ну ничего, получилось у меня такое трио из этих тарелок салатников. И все прекрасно, смотрите, как гармонично и самое главное, что практично. Стаканчики, не поверите, из Светофора, Бормиоли, сделаны в Италии. Как здесь написано, 6 штук, вообще нашла я их в Тверской области. Совершенно случайно, неожиданно и не запланировано, как всегда. Долго думала, потом решила взять. Почему они мне понравились? Потому что... Смотрите, какое тонкое стекло. Ну, не совсем тонкое, но очень уж прозрачное, хорошего качества. Они очень хорошо переливаются. Грани, при том, внутри. Снаружи абсолютно гладкое, идеальное стекло. 6 штук. Вот такие обычные стаканчики на каждый день. Стоили 200 рублей, по-моему, упаковка. Надпись в стекле «Италия». Вроде граненые, а в то же время какие-то необычные, да? Ну и все. Остальное вы уже видели. И покажу вам сейчас, как корзинки применила. А вот эти постеры. Ну, такая продуктовая тема, кухонная тема. Да, авокадо, артишок, брокколи.
Это, конечно же, кухонная тема. Скорее всего, или черные, или белые рамочки тоже. И вот сюда на полочку поставлю. Если хотите, ссылки под видео оставлю вот на эти товары. Но они быстро раскупаются, поэтому я не гарантирую, что они будут в данный момент в наличии. Хорошая бумага, хорошее качество, как будто бы акварелью кто-то написал эту картинку. Тумба для раковины. Основание из металла, покрытого черной краской. И как раз вот эти корзинки, то, что нужно. В одной можно полотенчики хранить, чтобы были под рукой. Хотите, вот так поставим. Или вот так. Мне кажется, даже третья корзинка здесь будет не лишняя. Такой минимализм, ничего лишнего, без всякого выпендрежа. А в этой корзинке можно хранить, допустим, рулончики туалетной бумаги запасные. Я думаю, что третья корзинка прямо сюда напрашивается. Вот так в ряд будут. 1, 2, 3. Все, жду сантехников. Никак мне не... здесь не установят, потому что ждала долго из Леруа эту раковину. И, кстати говоря, в Леруа с доставками стала какая-то проблема. Последнее время. Раковину эту я ждала целый месяц, поэтому все так затянулось. Теперь жду сантехников. И жду раковину на кухню. Заказала 3 недели назад. Вот должны были вчера привезти. Звонит с утра водитель. С добрым утром. Но для вас, говорит, оно, скорее всего, не доброе. Я говорю, почему? Я вам раковину не привезу. Потому что она расколота. В общем, раковина якобы разбита на складе. Я говорю, ну хорошо, везите смеситель. Он говорит, до свидания, и кладет трубку. В общем, теперь я выясняю, куда делась раковина со смесителем на кухню, потому что уже можно было бы кухней пользоваться, да раковины нет. Выясняется, что раковина якобы была отгружена и доставлена, что я якобы приняла уже этот груз. И самое интересное, что эти раковины теперь недоступны в Леруа Мерлен, они закончились. Теперь расследуют, куда делась раковина, почему отмечено, что я получила ее, и что делать. Самое главное теперь, что делать. Вот в этом месте будет врезана раковина со смесителем. Так что кухня ждет свою раковину, никак не дождется. Уже практически месяц, вот такие дела. Так что желаю вам хороших покупок, самое главное, быстрых доставок. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно, а также полезно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал ТипТоп ТВ. Подписывайтесь на меня также в Телеграме, в Яндекс.Дзене. Там вы найдете анонсы, фотографии, самую свежую информацию. Все ссылки под видео. Присоединяйтесь, всех жду.